Ну что, друзья, давайте похлопаем нашим строителям. Можно? Ставки. Царский рубль, который заложили под колонну, ознаменовал начало строительства будущего дилерского центра. На этом самом месте появится автомобильный бутик. Именно так его называют дилеры. Здесь будут продавать машины по цене от 10 до 20 с лишним миллионов рублей. Всего будет представлено 4 вида моделей. Президентский автомобиль, бизнес-седан, спортивный автомобиль и внедорожник. У некоторых моделей есть разные комплектации и модификации. Соответственно, это вся линейка, которая на сегодняшний день представлена в России и во всем мире. Соответственно, в апреле будет мировая премьера нового SUV-автомобиля класса SUV Bentley Bentayga. Соответственно, наше открытие будет как раз переурочено к этой новинке. И это будет флагманом всего 2016 года для всех дилерских центров. Несмотря на то, что цены на машины космические, говорит дилер, спрос на них есть. План продаж на Красноярск сопоставим с поставками на всю территорию Казахстана. И это несмотря на сложные экономические условия. То, что случилось, это мировая тенденция. Но люди каждый день рождаются, кушают, двигаются куда-то. А рынок потребления, он никуда не делся. И те люди, которые достигли в этой жизни больших своих возможностей, хотят иметь другую возможность, и мы эту возможность сегодня им предоставляем. Автомобильные эксперты дилеров поддерживают. По их словам, премиальные машины – единственный сегмент авторынка, спрос на который стабильно растет. Так вот и есть, я думаю, спрос тоже будет. Поэтому новые машины точно все разберут. Ну, про кроссоверы я просто уверен. Вот не знаю, как с купе, кабриолетами и седанами. Вот, я думаю, что там тоже будет спрос. И вторичный рынок тоже будет. Вот, ну, понятно, что из-за того, что цена машины дорогая, количество их ограничено, то есть и вторичный рынок будет маленький. За Уралом красноярский центр «Бентли» будет единственный. Он будет поставлять машины не только в наш край, но и охватит территории вплоть до Дальнего Востока. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.